Всем добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Я рад вас приветствовать на Лиге Героев первого сезона. Ну что ж, давайте, пока у нас с вами такая вот пауза, мы занесем данные. После первой игры команда Go Hard Like ведет со счетом 2-0. В первой игре 1-1 получилось ребятам из российской команды обыграть европейцев. Ну и, собственно, такие дела. Совет Вектор, так я правильно тебя указал? Если неправильно, пожалуйста, напиши. Андрей Юэй, привет. Зайди, Андрей Юэй, после стрима на наш YouTube-канал. Под стримом можешь найти ссылку. Обязательно посмотри вчерашний матч, особенно последнюю игру 4 на 4. Это просто, это лучшая игра, которую можно было вообще увидеть. Чапельник, привет. Опять я один сегодня? Да, сегодня один. Son of Malice, привет. Чебурек, так, Вася. Вася, привет, если я с тобой не здоровался. Just come, hello. Advisor, hello. Привет, привет тебе тоже. Кого еще, ребят, пропустил? С Булатом поздоровался вроде. Не, Фоглер. Фоглер, привет, если не здоровался. Карпаген пришел? Карпаген, привет. Привет, привет тебе. Как дела у тебя, Карпаген? Как работа? Да, все, вроде всех остальных не пропусти. Винфел, привет. Добрый вечер. Ну, вот такие дела. Ну что ж, ребят, просто невероятно. Европа против России. Класс, да? Блин, ну я так полюбил Лигу Героев, просто пипец. Это, ну вчера, ребята, американцы, блин, ну, и ребята, и там видно было, все нервничают. И Татус, и ГХЛовцы, блин, пипец, они реально нервничают. Просто пацаны, вот, ну реально на взводе. И там видно было, они там такие ошибки еще они лепили, я про них уже не стал говорить. Но я сижу прям, вижу уже, я, короче, приблизительно понимаю, как ребята играют. Реально, вот очень было интересно смотреть. Ребята, обязательно посмотрите под стримом, ребят, все ссылки на наши ресурсы, в том числе на YouTube. Заходите на YouTube, раздел видео, и там уже вчерашние вводы готовы. Горилла, привет. Привет, привет. Привет тебе. Так, ну что, сегодня у нас чуть поменьше, ребята, сегодня чуть-чуть так поменьше вас, поменьше. Ну ничего, сейчас подтянутся в 9 вечера, сейчас только с работы все едут, я знаю. Сейчас все быстрее на электричках, там, на метро, на автобусах, на машинах через пробки бежать к экранам, а тут уже Merchants of Death против Go Hard Like. Скучали без меня? Чекист, чекист, привет. Конечно, чекист, как же без тебя? Мы без тебя всегда скучаем. Ну вот сегодня, видишь, Go Hard Like против Merchants of Death нам пока скучать не дают. Вот вчера вот мы, конечно, сидели долго, ждали игру Tatus Gaming против Go Hard Like. XPB, привет. Привет. Тебе ждали долго игру, скучали. Вот. Но сегодня, видишь, пока не получается скучать, пока не получается. Признаюсь честно. Собственно, такие вот дела. Ну что ж, дамы и господа, давайте пока, знаете, что сделаем. Пока вот у нас все хорошо, мы и все это хорошо и продолжим. Так, сейчас, ребят, секундочку. А мне надо сейчас будет занести сюда также. Сейчас, секундочку. Так, сюда. Так. Пока у нас с вами небольшой перерыв. И мы пока все наши организационные дела пришим. А что, удобно? Сидишь пока, таблички всякие заполняешь. Так, и у нас получается здесь 25750. Хорошая сумма набирается. Но мало-мало, ребят. Давайте еще. Серьезно. Я бы, честно, больше вложил своих денег. Просто, ребят, у меня бизнес закрылся. Поэтому, извините. Я пока на мели. Я банкрот. Такие дела, да. Банкротом трудно быть. О, хорошая вода. Неплохая. Приятно. Вот такие дела. Что еще хочу сегодня, ребят, вам рассказать. Давайте посмотрим пока сетку плей-офф. Пока ребята ждут игру. Точнее, мы ждем игру от ребят. Итак, Sparta Tatus Gaming. Однозначно, победитель.
20 августа мы, естественно, узнаем. Сегодня, 18 августа, мы смотрим с вами Go Hard Like против Merchants of Death. И 19 августа, уже завтра, мы будем смотреть Финляндия против Польши. Европейский получился, можно сказать, лузер пик полуфиналистов. То есть, действительно, смотрите, получается Go Hard Like Россия, Merchants of Death Норвегия, Австрия, Германия, Ninja Squad Финляндия, Польша, соответственно, четвертая команда. Европейский получился лузер пик, вот еще раз повторюсь, ребят, интересно. И обратите внимание, команда Россия выбыла из четвертьфиналистов, лузеров, и оттуда же американцы выбыли. Вот неожиданно. Причем обе команды, видно, уже очень либо устали, либо вот как-то тяжело им было уже играть. Но самые стойкие остались, ребят, самые интересные матчи. На данный момент получается, что в комьюнити у нас с вами 4, ну, наверное, не 4, я пока вижу 6 сильнейших команд. Это, безусловно, Sparta Tatus Gaming, Go Hard Like, Merchants of Death, Ninja Squad, Польша может в космос. Очевидно, сильнейшие команды, как по духу, так и по составу. Надеемся, команда Remember the Name и Vividai восстановятся ко второму сезону, мы их увидим. И, как говорится, покажут нам сильный Company of Heroes. Те, кто, ребят, вчера не видел игру 4 на 4, обязательно посмотрите. Я полностью убедился. Вы знаете, у меня была вера в эту игру. Я верил, что Company of Heroes скоро станет самой популярной киберспортивной дисциплиной. И я в этом все больше убеждаюсь. С вашей поддержкой мы ее действительно таковую сделаем. Ребята, это смотреть... Ну вот я смотрел World of Tanks. Я попрошу меня простить, если я буду некорректен. Но мне, честно, World of Tanks не сильно понравился, как дисциплина киберспортивная. Все-таки Company of Heroes это намного серьезнее эмоций. Намного больше стратегии. Вообще интересно для зрителя, она гораздо интереснее, ребята. Ну и, конечно, вчера была просто феерическая игра. Я вот, понимаете, я не мог орать, потому что вот у меня соседи, да, но я просто хотел просто заорать просто и не сдержался. Вот если бы я сейчас был в московском киберспортивном стадионе, вот бы я там дал жару. Я помню, когда комментировал, вышли ребята, которые вообще с нашей игрой не были знакомы, но смотрели. Вот у нас очень много вышел став МКС, и все стояли. Вот я видел, вот они стояли около меня. У меня была студия. Я по правой части видел экран большой, где вот зрители сидели. И вот ребята стояли, болели, то есть они смотрели зарубу. Там очень круто. Особенно Дима Негодин, вот из главный админ в большой группе ВКонтакте, он там как раз играл. Всю команду тащил на себе. Димка просто молодец. Реально очень крутую игру показал. Вот. И там и шайба там уже... Ну, это вообще пипец. Но это, ребят, ну это такие вот эмоции. Вот просто счастье. И я верю, что мы с вами вот вырастем. Я честно, вот я в это верю. А я, ребят, редко в чем-то ошибаюсь. Я ерундой не занимаюсь. Как правило, у меня очень хорошо работает такая чуйка. Я вряд ли ошибаюсь. Вот. Но мне нужна ваша поддержка, ребят. Финансовая, вообще любая. Ребят, только вместе. К сожалению, спонсоров я не нашел. Пока не нашел. Но, имея вот такой, грубо сказать, да, но продукт Лигу Героев, может быть, найдутся еще люди, которые будут там согласны еще влить денег. Вот. Но все-таки мы должны расти, ребят. Хватит стоять на месте. Давайте браться за дело. Так, ну что ж, дамы и господа, давайте посмотрим еще раз, есть ли у нас игры. Сейчас в данный момент идет, да, чекают карты. И согласились, ребята, почекали. Собственно, у нас готово. Памир против Тайлера, ребята, вторая игра. Сейчас мы с вами буквально переключимся и будем смотреть. Что еще хочется, ребят, сегодня отметить? Наверное, не ожидал я, что будут такие игры 3 на 3, 4 на 4. Зрелищные, интересные. Но вот 4 на 4 особенно. Не знаю, как вам, но я вот в 4 на 4 это просто невероятно. Тайлер, божи, чебурек. Да, давайте, болеем. И, ребят, у меня не это самое. Чуть-чуть минералки попью. Так, что еще? О чем я должен был сегодня с вами поговорить? Да, в принципе, пока уже все сказал, все, что надо было сказать. Сейчас, ребят, загрузится игра. Да, все. Ну что ж, у нас готова уже игра. Я, ребят, предлагаю там долго не рассусоливать там на разные темы. Мы насчет них еще с вами обязательно пообщаемся.
Запись идет, все идет, и я предлагаю переключиться в следующую игру. Итак, Go Hard Like против Merchants of Death, Россия против Европы. Второй матч 1-1. Переключаемся. Поменяем с вами, естественно, счет. Итак, Тайлер у нас находится с правильной стороны. Мы записываем стан команды Go Hard Like 2 очка. Очень приятно. Состав команды Go Hard Like гораздо больше, чем 4 человека. Ведь все мы помним интервью после турнира от портала SK2 TV 2 на 2 Company of Heroes. Там как раз таки мы взяли интервью у команды Go Hard Like и узнали, что их порядка 14 человек. Но на Лигу Героев записалось только 4. Есть ли еще сильные игроки в этой команде, мы узнаем. Но, как мне кажется, следующий сезон Лиги Героев, если мы с вами наберем денег, если мы наберем достаточно денег, я думаю, что вот эти команды, которые участвовали, они будут разбиваться на более маленькие. Это, мне кажется, как минимум несколько разобьется, ребят. И мы уже увидим гораздо больше команд. По крайней мере, тенденция такая наблюдается. Поэтому мне бы, конечно, хотелось увидеть гораздо больше команд и разных, разнообразных. Как хорошо подблочивают штурм пионеры вермахта, новобранцев. Новобранцев надо отступать, все. По миру надо отступать. Нет, бесполезно, бесполезно, ребят. Бесполезно, надо просто отступить сейчас. Зря Памир делает. Итак, Памир, ребят, играет у нас за Советский Союз без продакшена. Тем временем у нас МГ-42 говорит о том, что Тайлер вышел пока что за вермахт. Вышел за вермахт. Ну, просто язык мой враг сегодня, ребят. За вермахт играет Тайлер. Чё тут рассказывать? Давай, Тайлер, иди наверх. Иди забирай ресурсы. Инженеры Советского Союза забирают контрольную точку сверху. Ну что ж, команде Merchants of Death надо держать больше ресурсов, чем немцам. Это очевидно в этой игре. Не нужно забегания такие делать, они совершенно ни к чему, ребят. Нужна организованная, правильная атака. Тем более против Тайлера. Тайлер на этом турнире собаку съел на играх 1-1. Столько раз Тайлера били. И, знаете, Тайлер, мне кажется, уже просто обрел такой непробиваемый панцирь. Ну что ж, новобранцев надо в сарай. Да не тех, новобранцев в сарай надо, братюнь. Немцы хорошо прижимают, сейчас МГ-42 подойдет. Ну и нормально, да. Надо было других, естественно, новобранцев садить в дом. Т2 продакшн готов на базе Советского Союза. Сейчас, естественно, нужен миномет. На данной позиции нужен миномет. Больше, чем пулемет Максим. И не доконтроливает Памир. Нет, все-таки доконтроливает, смотрите. Памир. Памир чекает пока. Посмотрим на продакшн. Нет пока технологий. И еще гренадера заказано у игрока Тайлера. 500 на 473. Тайлер пока не ведет по очкам. Все правильно. Здесь Памир должен показывать лучший микроконтроль. И одиночными отрядами сражается Памир пока что с превосходящими силами противника. Отступить, собраться там. Да, ну и, собственно, задумывает атаку игрок Памир. Выдано ли Молотовы? Молотовы не выдано. Технологий пока что нету. Памир просто желает в данный момент захватить территорию. А здесь быстрее сесть! И садится Памир. Отлично. Хорошее занятие территории. Будет выбит с этих позиций пока отряд гренадеров вермахта. Тем временем подкрепление. А здесь надо сразу же выводить новобранцев из дома, ребята. И просто с трех сторон зажимать. С трех сторон. Хорошо. Минус пока ресурсы у игрока Тайлера. Давайте посмотрим. Что, мне кажется, не минус. Нет, да, минус, ребят, пока ресурсы у Тайлера. Да, ну и хорошо. Памир очень хорошо отыгрывает в этом эпизоде. По крайней мере, мне очень нравится. Разбелил колючку. И все. Ну что ж, да, миномет пошел, ребят. От игрока Памира. У Тайлера миномета нет. Попадание пока что недостаточное. Ну и ой-ой-ой-ой-ой, выводить! Памир! Братюня! А сейчас потерять бы еще можно. Ой, хорошее попадание.
нет. Ну все, здесь хорошо.